Артериальная гипертония. С таким диагнозом в России живет почти треть населения страны. Многие даже не подозревают о своем недуге. А между тем гипертония является одной из наиболее частых причин инфарктов, инсультов, потери зрения. О том, каковы ее симптомы, о мерах предосторожности и о факторах риска, провоцирующих гипертонию, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Марина Владимировна Антонюк, профессор, заведующая лабораторией научно-исследовательского института климатологии и восстановительного лечения. Здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Николаевна Минеева, заведующая кабинетом межведомственной связи Владивостокского клинико-диагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы сказали, что Россия, к сожалению, отличается среди европейских стран как раз высоким уровнем заболеваемости гипертонией. С чем это связано и какова ситуация в Приморье, во Владивостоке? Может быть, у нас как-то получше обстоят дела? Ну, вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,5 миллиарда человек в мире страдает этим недугом. Что касается нашей России и в Приморском крае, в общем-то, в том числе, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте, и артериальная гипертония, она может выходить как самостоятельное заболевание, так и как фактор риска многих наших заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, может входить в состояние сахарного диабета, может также сопровождать ряд заболеваний почек. И действительно, у нас в Приморском крае сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и артериальная гипертония, стоят, как и в России, и в мире, на первом месте. Нужно отметить, что более 45% населения вообще не знают, что у них имеются цифры повышенного давления. О наличии заболевания артериальной гипертонии знает чуть больше 60% мужчин и где-то около 80% женщин. И нужно отметить еще тот факт, что, к сожалению, даже если диагноз выставлен и назначено лечение, далеко не каждый пациент стремится это лечение регулярно выполнять и соблюдать все назначения врача. К сожалению, вот сейчас еще и молодеет это заболевание, и страдают им не только, если раньше гипертоническая болезнь, это была болезнь возрастная, больше возрастная категория, то сейчас и очень много молодых лиц, которые тоже уже имеют артериальную гипертензию. Это к тоже сожалению, нужно учитывать. Можно прийти к выводу, что каждое заболевание молодеет, увы, да, и мы часто встречаемся с докторами и говорим об этом. Вы знаете, даже в подростковом возрасте уже определять можно повышенные цифры артериального давления, когда вот мы проводим какие-то массовые такие мероприятия, дни здоровья, праздники здоровья, приносим с собой тонометры, измеряем давление. Даже у 14-15-летних подростков временами определяются именно такие повышенные цифры давления. А в чем причина? Почему такие юные люди уже, к сожалению, с таким серьезным, очень серьезным заболеванием сталкиваются? Ну, у детей, у подростков это может быть чаще всего это вторичная артериальная гипертония, то есть при заболеваниях, допустим, почек, при заболеваниях сердца, какие-то конкретные такие именно хронические заболевания есть. Есть такое понятие, как вегетососудистая дистония, то есть когда давление у человека, допустим, может повышаться при каком-то эмоциональном напряжении, то есть лабильная такая вот психика. На стресс, да, на какой-то реакции? На стресс может повлиять, да, и поднимается артериальное давление при этом. Угу. Ну, то есть оно ведь бывает и наследственным, и бывает приобретенным, да, как, наверное, многие заболевания. Наследственность имеет значение, но по наследству гипертоническая болезнь как таковая не передается. И, но 30% вот приходится на наследственность, вернее, фактор наследственности вкладывает в развитие гипертонической болезни, может быть. Вот. Но основные факторы все-таки связаны с образом жизни, и меняется, к сожалению, вот ритм жизни сегодня, темп жизни, и много стрессовых ситуаций на работе, и накладываются такие вот у людей в обществе образ жизни таков, что мы уменьшается физическая активность, меняется питание, очень многие сложно организовать себе правильное питание, о чем постоянно говорят врачи и медики в целом, о рациональности питания. И все это в целом приводит к тому, что вот повышается заболеваемость этим.
Как мы сказали, к сожалению, не каждый знает все-таки, что такое гипертония, каковы ее симптомы, получается, да, если они не понимают, что это за заболевание, даже не знают, что оно у них есть. Давайте поговорим о том, что же это такое в принципе, и расскажем все-таки, каковы первые звоночки, когда стоит задуматься, да, что пора бы что-то делать. Хотела добавить сразу, у нас 13-й год, в этом году, вот 13-й раз, вернее, проводится Всемирный день борьбы против артериальной гипертонии. И девиз его «Знай цифры своего артериального давления». Призыв к тому, чтобы каждый человек именно мог контролировать свое артериальное давление самостоятельно сам. Даже если он знает, что у него никогда не поднималось давление, но хотя бы один раз в год измерять свое артериальное давление. Если же у него давление поднималось, то, естественно, нужно измерять его регулярно и как можно чаще. И уж, конечно же, когда назначают какие-то лекарственные препараты врач, то здесь уже нужно измерять его так, с такой частотой, сколько назначает, именно рекомендует лечащий врач. И обязательно вести дневник своего артериального давления. Я слышала, что, конечно, есть люди там, с более низким давлением артериальным, есть с более высоким, и, может быть, эта цифра может варьироваться, но, тем не менее, какова средняя или, может быть, общепринятая норма артериального давления хорошего, правильного? Ну, артериальную гипертензию выставляют при цифрах систолическое артериальное давление больше 140 и выше, и диастолическое 90 и выше миллиметров ртутного столба. Но ведь это правда, что каждый человек, его цифры могут, да, в зависимости от его какого-то общего показателя, немножечко меняться? Артериальная гипертония будет выставляться в том случае человеку, если у него постоянно на протяжении какого-то определенного времени сохраняется артериальное давление 140 на 90 и выше. Ну, нормальным артериальным давлением считается, если систолическое давление, это верхняя цифра, 120, 130. И нижнее 70, это диастолическое давление, 70-80 миллиметров ртутного столба. Но сейчас, в общем-то, у нас уже ртутных таких тонометров нет, да, которыми мы пользовались еще лет 20 назад. Сейчас электронные тонометры, и они более удобные для человека измерять именно в своих домашних условиях, когда даже не обязательно использовать фонендоскоп, а можно просто на табло увидеть цифры своего артериального давления и также еще и пульс. Есть очень удобные тонометры на кисть руки, и на плечевую кость, и на кисть руки. То есть такой тонометр, который более удобен человеку. Кстати, те, которые используются на кисть руки одеваются, они очень маленького размера, можно их даже носить с собой. Где-то если вдруг человек на улицу, где-то, дороге, где-то выходить, переезда, да, куда-то в переезд, на предприятие ходить, на работу, можно носить его с собой. Мы немножечко не договорили, что же все-таки такое гипертония, как она возникает. Расскажите немножечко, да, вот что это за заболевание, более, может быть, врачебным языком, да, как это появляется. Ну, факторы риска, которые могут приводить к развитию артериальной гипертензии, это... Ну, чаще всего это страдают эти мужчины, но на этот фактор пол мы не можем повлиять, поэтому, тем не менее, знать об этом нужно, что мужчины более подвержены этому заболеванию. Это низкая физическая активность, это избыточный вес, ожирение, которые приводят, наличие гиперхолестеринемии или измененного липидного спектра крови, который тоже может со временем приводить или усугублять артериальную гипертензию. Ну, это вот такие. И, безусловно, наследственная предрасположенность, которая вносит определенный уклад, и тоже надо иметь настороженность, которая следить за своим артериальным давлением, чтобы вовремя предпринять какие-то меры. Развивается заболевание постепенно, не сразу, и человек может долгое время об этом и не знать. И только даже некоторые цифры, те же повышенного артериального давления, никак не могут ощущаться пациентам. И может совершенно случайно обнаруживаться при врачебном приеме или каких-то профилактических осмотрах. У некоторых пациентов на фоне повышения артериального давления, даже не такого и большого, но тем не менее, слегка повышенного в пределах первой степени артериальной гипертензии, это может быть и головная боль,
сопровождаться, тошнота может появляться, повышенная слабость такая вот. Это те симптомы, которые должны человека насторожить и обратить на это внимание и обратиться или к врачу, или, во всяком случае, вот зная свои факторы риска, если они есть в наличии, да, то можно сейчас много достаточно медицинских центров и практически во всех аптеках можно измерить уровень артериального давления и получить, ну, предварительную, скажем, консультацию, чтобы дальше обратиться непосредственно по назначению к врачу и предпринимать какие-то меры. Я хочу немножечко вернуться к одному из факторов риска, это то самое ожирение, да, или избыточный вес, о котором вы говорили уже. И я читала, что именно наличие жира на животе влияет как у молодых, так и у взрослых людей на повышенное повышение, да, артериального давления. Почему именно там? В чем причина? Да, это уже доказано, что абдоминальный жир, который скапливается в животе или вокруг талии, это тот жир, который он, ну, если можно так вот выразиться, наиболее агрессивный. И на сегодня доказано, что жировая ткань является таким же эндокринным органом, как и другие эндокринные железы, которые вырабатывают активные вещества, способные повышать уровень артериального давления. Отсюда вот и такое отношение к абдоминальному ожирению как фактору риска развития артериальной гипертензии. И есть сегодня такое понятие, как метаболический синдром, который как раз и проявляется прежде всего абдоминальным ожирением и сопровождается артериальной гипертензией, нарушением липидного обмена, углеводного обмена. И когда есть метаболический синдром, это не диагноз, но это такой синдромокомплекс, который состоит из многих основных симптомов, которые я вот сейчас вот перечислила. И когда он есть, то риск осложнений очень высок сердечно-сосудистых. Это и инфаркты, и инсульты, и сахарный диабет, который тоже вот приводит к развитию, имеет высокую смертность, к сожалению. А инсульт — это ведь прямое следствие артериальная гипертензия, да. То есть инфаркты тоже. А инфаркты также, да, прямые? Тоже, да. То есть те, кто в группе риска, действительно могут оказаться в очень плачевной ситуации, те, кто не следят за своим давлением. Я знаю, что очень много случаев сегодня, когда и молодые люди даже погибают от инсультов. Это достаточно серьезная проблема, действительно. Да, да. Вы перечислили симптомы. Я знаю, что еще очень, очень много людей, вот даже у нас, мои коллеги, я в частности, они являются метеозависимыми. И мы замечаем, что когда меняется погода, а у нас климат не самый простой в Приморье и во Владивостоке в частности, так вот мы замечаем, что очень это влияет, как раз сказывается на давление, на общем состоянии, те самые симптомы, о которых вы говорили. Почему это происходит? Как с этим бороться? Возможно ли с этим как-то бороться? Что нам делать, собственно, людям метеозависимым? Ну, метеочувствительность — это такой термин, который характерен не только для больных артериальной гипертензией. В принципе, человек — это часть природы, поэтому все, что происходит вокруг нас, природно-климатические условия, они, конечно, не проходят мимо человеческого организма. И при резких колебаниях ответная реакция бывает в любом случае, только если человек здоров, или с хорошими адаптивными системами, которые работают полноценно, то срыва адаптации не будет. А когда есть артериальная гипертензия, сегодня мы о ней говорим, или другие сердечно-сосудистые заболевания, или, ну, заболевания суставов, опорно-двигательного аппарата, неважно какое, то при наличии любого заболевания метеочувствительность, как правило, присутствует. Можно проводить самодиагностику, узнать, чувствительны мы или нечувствительны, то есть повышена. Если повышенная чувствительность у нас, это, ну, понаблюдать за собой или непосредственно в день изменения погоды. Погода обычно резко должна меняться, тогда и ответная реакция выше у организма. Или появляться за 1-2 дня до смены погоды. Это как может проявляться? У гипертоников это, опять же, может повышаться давление выше тех норм, его стабильного давления, находящегося на препаратах.
Это может появляться головная боль, боли в сердце, сердцебиение, повышенная утомляемость, слабость. Может появляться бессонница. Ну, таким вот образом гипертоники могут отреагировать на изменения погодных условий. И, конечно, в такой период, ну, надо себе помогать. Это, ну, хорошо известная фраза: у природы нет плохой погоды, но, тем не менее, для гипертоников изменения погоды могут повлечь и определенные условия. И, в общем-то, уже доказано и отслежено, что при резких смене погодных условий чаще развиваются гипертонические кризы, и в этот период, и на этом фоне чаще бывают и инсульты, и инфаркт. Поэтому нужно, безусловно, за этим следить, понимать, насколько мы метеочувствительны или метеозависимы. В этот период нужно пациентам внимательно относиться, еще более внимательно относиться к приему препаратов и соблюдать те рекомендации, которые дает им лечащий врач. Контролировать артериальное давление обязательно, и если идет колебание давления, то принимать те ту неотложную помощь, опять же, которую рекомендовал ему лечащий врач. И, в общем-то, такие общепринятые рекомендации, как соблюдение режима труда и отдыха, то есть должен быть полноценный сон не менее 8 часов, не перегружаться ни физически, ни подвергаться стрессовым каких-то ситуациям, себя постараться ограничить этого. Стараться не употреблять соли в это период, да и вообще пациентам с гипертонической болезнью соль должна быть ограничена, поскольку она задерживает жидкость и тоже провоцирует развитие артериальной гипертензии или гипертонических кризов. И должно быть питание рациональное, включающее витамины, содержащие продукты, много рыбы можно употреблять. Ну, это касается ежедневно, конечно, но в период изменения погодных условий к этому нужно более внимательно относиться. Да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Стоит, я думаю, обязательно рассказать нашим телезрителям о мерах предосторожности. Есть ли какая-то профилактика артериального давления? Если да, то какая? Я думаю, что это полезно будет и тем, у кого нет гипертонии, послушать, правда же? Потому что в любом случае это наверняка здоровый образ жизни, да, Татьяна Николаевна? Что еще стоит делать? А чего не стоит делать? Да, ну, профилактика артериальной гипертонии, как в принципе и во всех хронических неинфекционных заболеваниях, заключается в том, чтобы соблюдать здоровый образ жизни. Состоит он из чего? Это именно рациональное питание, Марина Владимировна уже сказала о нем, да? Это двигательная активность наша рациональная, это избавиться от вредных привычек, которые мы имеем, да? Это курение, алкоголь, наркотики. Такие вредные привычки, как избыток в рационе питания сладких блюд, которые мы, кстати, очень многие любят. Соленая, это соленая пища, да, да. То есть нужно, жирное, чтобы, да, в день было, чтобы в день соли употреблял человек не более 5 граммов. Даже лучше, чтобы это было недосольное. 5 граммов я имею в виду, что это на все приготовленные блюда в день. И у нас раньше старая наша была поговорка: пересол, недосол на столе, пересол на спине, да? То сейчас у нас очень даже наоборот. Нужно лучше пищу не досаливать. Я хочу, конечно, остановиться на одном из профилактических, на одной из профилактических мер. Это двигательная активность, рациональная двигательная активность. К сожалению, у нас очень много людей, порядка где-то, может быть, 70% россиян, имеют недостаточную двигательную активность. Очень многие страдают гиподинамией. И отсюда, опять-таки, и гипертония, и избыточная масса тела, проблемы сосудами головного мозга в том числе. То есть обратить внимание на двигательную активность, конечно же, каждый человек должен. Если определить свои адаптационные возможности, определить, насколько влияют факторы риска на организм человека, можно в центрах здоровья. У нас во Владивостоке есть такой центр, на Светланской 131, городской центр здоровья, есть краевой центр здоровья на Черемуховой,
на базе краевого клинического диагностического центра. В Приморском крае также есть во всех городах центры здоровья, куда могут обратиться и взрослые, и дети абсолютно бесплатно при наличии паспорта и полиса, запись в свободном режиме, в свободном доступе. Что касается двигателя, самой двигательной активности, то, в принципе, если это уже сформировавшаяся гипертоническая болезнь, то, конечно же, двигательная активность должна регулироваться непосредственно лечащим врачом, вкупе с врачом по лечебной физкультуре. Если же мы говорим о той двигательной активности, которую должен человек выполнять регулярно, и хочет определить, насколько тренирована его сердечно-сосудистая система для того, чтобы приступить к тем или иным каким-то физическим нагрузкам, можно использовать пробу. Самая простая – это проба Мартина. То есть измерили свой пульс, частоту сердечных сокращений, определили, 20 приседаний, 3 минутки отдохнули, после этого измеряем пульс снова. Если разница между первоначальным и конечным результатом менее 5 ударов, то адаптационные возможности – это хорошие. Если же 10 и более ударов, то это плохая адаптационная возможность сердечно-сосудистой системы. Тут, конечно же, нужно подумать о том, что следует обратиться к врачу и поговорить, какие дальнейшие меры профилактики ему соблюдать. Может быть, какие-то обследования нужны будут при этом. Есть еще другая проба, но она немножко посложнее, поболее замороченная. Поинтереснее. Поинтереснее, но она более замороченная. Не каждый, конечно, хочет этим воспользоваться. Проба Купера. То есть нужно здесь провести 12-минутный тест. То есть человек должен знать либо расстояние, какое он должен пройти в километрах, допустим, да, от исходной точки, от точки А до точки Б, да, либо знать длину своих шагов. И вот за 12 минут следует пройти как можно большее расстояние именно конкретно за 12 минут. Угу. И потом посмотреть, сколько же прошел человек километров. Допустим, если молодой человек до 30-летнего возраста, да, если он прошел за 12 минут 1,5 километра, то это, конечно же, тренированность очень низкая. Если он прошел 2 километра, я так округляю, потому что там плюс-минус. Значит, если прошел 2 километра, то это удовлетворительное. Если прошел 2,5 километра, то это хорошая тренированность организма. Если, допустим, взять человека в 50 лет и старше, то если за 12 минут прошел километра или менее, то это, конечно же, очень даже плохая тренированность. То есть здесь тоже нужно обращаться к врачу и проводить какие-то дополнительные методы исследования. И у нас очень хорошая есть такая традиция. Городская традиция, да. Она уже у нас 5,5 лет уже эта традиция длится. И, в общем-то, она не прерывается. Развивается. Это прогулка с врачом каждую субботу на набережной Цесаревича, когда у нас проводятся различные комплексы упражнений. Сначала разминка, после этого скандинавская ходьба, мастер-класс по скандинавской ходьбе. То есть она полезна, эта скандинавская ходьба полезна людям практически со всеми хроническими заболеваниями, в том числе и с артериальной гипертонией. И мы даже проводили такой тест. Сначала до своей вот этой прогулки с врачом мы измеряли участникам артериальное давление. И просили, чтобы они запомнили. Мы на улице, поэтому записывать там не совсем удобно. После нашей прогулки с врачом мы этим же контрольной этой группе тоже измеряли артериальное давление. Так что заметили, что давление-то у них снижается у тех, у кого оно было повышенным. То есть у тех, кто пришел с нормальным артериальным давлением, оно осталось нормальным. А кто пришел с повышенными цифрами давления, у них оно снижалось. Мало того, это позитив, это хороший настрой и свежий воздух. Движение, жизнь, да. Просто так говорят, правда же? Да. В общем, стоит следить за собой, за своим состоянием, обращаться к специалистам, не бояться этого делать.
Поэтому, что ж, будем более внимательны к себе. Спасибо вам большое за ваши советы, за то, что рассказали нам сегодня. Я надеюсь, что показатели заболеваемости артериальной гипертензии будут ниже гораздо в последующие годы. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.